Оперативные данные штаба Алроса по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе на 23 августа. В Мирном положительный анализ на COVID выявлен у 51 человека. На Ихало-Удачинской площадке у 19. В стационаре Мирного находится 95 пациентов, в Удачном – 33, в Ленске – 42. В реанимационном отделении с диагнозом COVID-19 находится двое работников Алроса. Поражение легких – более 50%. На амбулаторном лечении с коронавирусом в Мирном находится 339 человек. На Ихало-Удачинской площадке – 161, в Ленске – 23. 14 640 работников Алроса прошли полный курс вакцинации от COVID-19.